Привет, друзья, с вами канал Шопинг в Китае. Для юных исследователей модель скелета динозавра. Сегодня каждый ребенок знает, что задолго до появления человека на Земле планету населяли гигантские позвоночные животные. Ужасные, опасные. Модель сделана из пластика, легкой в сборке, полностью соответствует скелету настоящего динозавра. Длина макета 70 сантиметров. Отличная вещь для изучения палеонтологии. Мини-настольный боулинг может подойти для игр детям. Взрослые могут использовать этот игровой набор как антистресс. Ваша цель — одним ловким ударом сбить все кегли, как бы хитро не расставил их соперник. В эту игру интересно играть как одному, так и соревнуясь с соперниками. Замок с шифром отпечатком пальца сохраняет до 10 отпечатков. Замок можно использовать для защиты сумок, чемоданов, дверей, шкафчиков, почтовых ящиков, сейфов. Заряжается от USB, для работы достаточно одной зарядки, так как потребляет немного энергии, в режиме ожидания может работать до 2 лет. Хирургическая модель, имитация для обучения зашивания швов, подходящий подарок для учащихся медицинских учреждений. На модели отображено 14 различных видов порезов. Силиконовый коврик по составу напоминает человеческие мышцы и структуру кожи. Коврик многоразовый, можно использовать несколько раз. Ланчбоксы из нержавеющей стали. В комплект входят несколько емкостей, которые соединяются между собой заклепками, имеет ручку для удобства в ношении, подойдет для обедов в школу и на работу, поддерживает температуру пищи, объем одной емкости 700 мл. Ручная кофемолка в коллекцию домохозяйки, которая любит ароматный напиток. Удобная ручка для перемалывания, имеют прорезиненную полосу вокруг емкости, чтобы не скользила рука при работе. Кофемолка сделана из нержавеющей стали, что увеличивает срок эксплуатации. Вместимость 20 грамм зерен. Ручной мини-блендер, капучинатор, для взбивания молока для капучино или яиц. Представляет собой ручной электровенчик с удобной рукояткой для более надежного хвата. Имеет в комплекте две насадки для различных процедур взбивания. Есть удобная подставка для хранения самого блендера и запасная насадка, работает от батареек. Игральные пластиковые карточки, светящиеся в темноте, для фокусников. Подойдут как для взрослых иллюзионистов, так и для начинающих любителей. Тонкие карточки легко крутить в руках наподобие обычных игральных. Панорамная двухлинзовая камера Insta360 имеет аккумулятор размером 820 мАч, поддерживает использование карты памяти, угол обзора 360 градусов. Камера оснащена осевой стабилизацией изображения, с возможностью онлайн-стриминга в разрешении 4К и возможностью дистанционного управления посредством Bluetooth. Деревянная шкатулка антистресс с хитрым механизмом, развлекалка для любой вечеринки, автоматическая система открытия-закрытия шкатулки рассмешит компанию детей и взрослых, работает от батареек. Портативные рации с двусторонней связью работают на батареях, максимальная дальность для разговора около 1,5 км. Рации хорошо подойдут для радиосвязи на коротких дистанциях, на рыбалке, на покатушках на велосипеде, детям во дворе поиграть и так далее. Цена низкая, так что не жалко потерять или случайно сломать. Квадрокоптер с камерой – подарок как для взрослого, так и для ребенка. Имеет дальность полета 300 метров, управляется с пульта, а также со смартфона. Видеокамера снимает в формате Full HD. Имеет автоматический взлет и возврат с посадкой. А на этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилась подборка, или дизлайк, если не понравилось. Подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Ссылочки на товар в описании к видео.